This is a message to the Russian army and the Russian people. This great Russian Major General, Konstantin P. Petrov, saw the Pharaoh show and knows how the Nazi Templars of Octagon, Switzerland were the brain behind World War II, who are responsible for the murder on 25 million Russians, because the Swiss Nazi Octagon Templars financed and ordered Hitler throughout the whole war. Let's team up. Сейчас вот это то, что многие политики называют мировое правительство, силы Запада, там, как Жириновский, мировое закулисье, это есть. И сейчас, начиная со времен Древнего Египта, вот эта мафия, которая управляет процессами на планете Земля, она мигрировала, и сейчас ее основная штаб-квартира – это Швейцария. Кстати, вот информация к размышлению. Многие зрители наверняка смотрели фильм «17 мгновений весны» про Штирлиц. Если там помните, вот вся Европа полыхала в пожарах войны, а доктор Плечнер кормил лебедей в Женевском озере. И спрашивается, если фюрер был такой лихой малый, то почему бы ему не взять и не грабануть швейцарские банки? Там же ведь деньги, золото лежало. А Гитлер туда не пошел. То есть Швейцария была неприкосновенной. Почему? Да потому что Гитлер прекрасно понимал, что в Швейцарии находятся его хозяева. И весь победный марш Гитлера по Европе был ничем иным, как сдача ему под единое руководство всего людского, промышленного и военного потенциала Европы для броска на СССР. А зачем? А дело в том, что, осуществляя вот эту самую глобализацию, вот эти глобализаторы, они подвели человечество к глобальному системному кризису. И... This rare picture shows Adolf Hitler in Zurich, Switzerland in 1923 when the Swiss Templars financed him 30,000 Swiss francs, which is about half a million euros today, for the first financing only. And for the rest of the war, the Swiss Nazi Templars gave all the orders and made the concentration camps possible, even ordering them. These are all Swiss Nazi Templars' ideas. Ее уже мы продаем, я вот помню маленьким мальчиком, то есть я из-под крана запросто воду пьешь, и, в общем-то, никаких проблем. А теперь из-под крана вряд ли кто воду пьет, даже детишки уже не пьют, они знают, бутылочки надо покупать, продавать там, из них водичку пить. Следующая проблема вот в этом смысле, чтобы представить ее, как она решается. Вот представьте, мы та самая мафия, мы живем в Швейцарии. Вот. А в Чернобыле как жахнуло, как говорил Петруха, помните, в белом солнце пустыни. И радиоактивное облачко может до нас докатиться, и с неба дождичек может покапать.